Thank you.
Это Тим Богарт для серии учебных видео Backstage Pass. И на этом видео мы обсудим кое-какие цифровые эффекты. Я покажу, как я их использую, и я покажу вам, как играть аккорды на шестиструнном басу. Покажу слэповую технику и тэппинг на четырехструнном басу и некоторые аккорды на восьмиструнном инструменте. Прежде чем мы начнем, я бы хотел показать вам некоторые цифровые аналоговые эффекты, которыми я пользуюсь. В напольной панели вот здесь у меня есть переключатель, который переводит бас из пассивного режима через эффекты, и мы включаем первый эффект, это цифровая задержка. А с этой стороны сейчас она настроена на тройной повтор. А рядом аналоговая задержка, она настроена на более быстрый повтор. И так далее. Рядом хорус. Следующий эффект — эквалайзер. Поскольку, используя педали, вы теряете немного сигнала. Сейчас я его отключу, и вы услышите, что бас при этом теряет немного верхние и нижние частоты. Вернем прежнее положение. Рядом педаль дисторшн. Ее я использую, когда играю соло, с тем, чтобы получить вот такой эффект. Окей. Next is a pitch transposer. Рядом pitch transposer. Регулятор установлен на первое деление, то есть на децимум смещен от обычного сигнала. Добиваетесь таким образом эффекта Доплера. Это звук, характерный для Жако Пасториуса. Если вы включите задний звукосниматель на басу и поставите регулятор эффекта в это положение, следующий эффект — октава. Следующее положение — 2 децимы, что создает более быстрый эффект Доплера. А следующий эффект — квинта. Это опять же для соло. Далее есть у меня цифровое устройство, о котором я расскажу чуть позже, когда мы перейдем к этому. Это режим hold, задержка. Пока я буду держать эту кнопку нажатой, повторы будут все время. Мы позже этим займемся. Это шестиструнный бас. Вот его строй. Си, ми, ля, ре, соль, си. Большинство тех, кто играет на шестиструнном басу, кого я знаю, настраивают верхнюю струну на до, получая квартовый строй. Я настраиваю на си, поскольку считаю, что 20 миллионов гитаристов не могут ошибаться. Вы можете играть таким образом множество аккордов. Так, это я играл, работая какое-то время в ритм-блюзовой группе. Это было ритм-блюзовое трио, и я мог таким образом аккомпанировать гитаристу. Беря аккорды. А гитарист мог таким образом играть соло, и я мог как бы солировать. Это очень интересно. Я всегда считал, что бас не должен все время звучать вот так. Вы должны работать творчески, если ваш мозг вам это позволяет делать. Теперь пора настроить инструмент, и я бы хотел дать вам соль. Еще разок, чтобы вы настроились. Хорошо, это ре. Еще раз. Это ля. И ми. Окей.
Хорошо, я поменял бас на четырехструнный, поскольку начинающих шестиструнный инструмент может смущать. Сначала я бы хотел обсудить технику рейк. Сейчас эта техника становится очень популярной, хотя она уже не нова. Я использую ее уже лет 20. Сейчас она стала популярна благодаря Билли Шину. Техника рейк — это вот что. Вы берете два или все три пальца и располагаете один за другим. И вот что вы делаете, вот что получается. Вот такое движение поперек струн. Возьмем простой риф и в 3-4-5 раз увеличим количество нот. И вдруг за короткий промежуток времени вы сыграете их огромное количество, вводя в заблуждение массу народа. На самом деле мы возьмем вот такой риф и исполним рейк, проволакивая пальцы по струнам один за другим, и это будет звучать так. Как это делается? Опять же, берете первый палец и проводите по струне вслед за вторым. И в тот же момент, когда второй палец переходит на вторую струну, первый палец переходит первую. И так далее. Вот как это звучит. Похоже на галоп. Когда вы берете ноту, вы делаете одно движение, проводя по трем струнам. Получаете четыре ноты. Если вы возьмете аккорд, вы можете взять ля мажор, скажем. Если вы будете использовать три пальца, делая тот же маневр, то, опять же, проводим каждым пальцем вслед за соседним и получим шесть нот на четырех струнах. Если вы проведете по всем струнам, звучать будет так. Если вы играете легато левой рукой, а рейк правой, то это будет звучать так. При том, что вы играете с жесткой скоростью, вы не делаете никакой работы. Это просто проволакивающее по струнам движение. Если вы опять же проводите по струнам двумя пальцами, играя на триольной основе, если вы работаете здесь, вы можете удвоить скорость, сохраняя ту же основу. Это уже будет совпадать с рудиментами барабанщика. Все барабанщики знают, что такое рудименты, но многие басисты никогда не слышали этого термина. Рудименты — это то, как барабанщики ударяют палочками по барабанам, создавая различные ритмические основы. Поскольку бас и барабаны образуют ритм-секцию, басисты должны также хорошо знать рудименты, как и барабанщики. Итак, это так называемый форшлаг. Вы играете его двумя пальцами, проводя по струнам. А вот так называемый парадидл. Вы можете проводить по струнам таким способом. А теперь, если вы добавите нот, если вы хотите сыграть заполнение вместе с барабанщиком, вы можете делать так. Если ваши руки не двигаются так, вы можете проводить поперек струн таким образом. Вы можете при этом добиваться огромной скорости. Вот так. Если вы будете играть рейк, то есть если у вас вот такой темп, вы делаете так и получаете триольную основу, ничего при этом не делая. Например, one, two, three, four.
В этом примере один бит будет перед этим всем. Это немного изменит ритмику. Вот пример парадидлов из 16-х нот. Вот пример восьмых нот в восьмых триоле. Вот пример восьмых нот четвертых триоля. Вот пример восьмых нот и шестнадцатых нот четвертых триоля. Сейчас я бы хотел немного обсудить слэповую технику. Очень многие имеют неверное представление о том, как это делается. Многие двигают кистью вверх и вниз, когда играют слэпом. Слэповая техника целиком определяется работой локтя и движением предплечья. Вам нужно сдвинуть руку к задней части инструмента так, чтобы большой палец располагался где-нибудь поверх этих последних четырех ладов. Если вы это сделаете, то заметите, что первый палец оказался точно под верхней струной. В вашей руке тут довольно удобно находиться. Если вы двигаете всем предплечьем в противоположность движению кисти, вы заметили, что вот здесь небольшая мускулатура около кисти, и вы можете заметить, какая большая мускулатура на предплечье. Так что используйте ее, и вы при этом не устаете. Движение — это в основном вращение руки вокруг своей оси. И вы заметите, что когда большой палец опускается, остальные пальцы поднимаются. А когда большой палец поднимается, пальцы опускаются. Как это удобно. Вы сейчас это увидите. При этом предплечье может двигаться очень быстро, и вы можете добиться огромной скорости при таком движении. Я бы хотел, чтобы вы выучили это, играя по 4 доли. А затем делаете так. И очень скоро вы заметите, что ваше звучание становится таким. Опять же, все делается предплечьем. Большой палец опускается, указательный поднимается. Сыграю очень медленно для вас. Тут также играются несколько hammer-on и срывов pull-off. Это звучит так. А теперь новая музыка. На басу здесь играется множество слэпов. Два новых маневра, очень популярных. Hammer-on и roll-off, перекат, срывы. Их очень просто запомнить.
Этот маневр — это pull-off от ля к ми на струне ля. А затем на струне соль — это открытая соль, пониженная седьмой — это ре. И к ми, и вот как это звучит. И если вы возьмете еще ноту октавы ниже, получится вот что. А теперь сыграем в темпе. Это будет звучать еще круче, если вы будете добавлять hammer-on или срывы. Вот еще один пример. До сих пор мы играли в тональности ми. Играем срывы. От ми к ре к соль. Другой hammer-on от ля к до диез и к ре. И вот что получилось. Затем красивая фигура, которая заканчивается на ре. Теперь объединим все три. Вот так. Вот пример слэповой техники, где ваши большой и остальные пальцы работают вместе. Я начну медленно, а потом ускорю. А сейчас я возьму этот риф и буду играть его 16 тактов в нужном темпе. Это будет звучать так. А сейчас я хочу объяснить вам некоторые тэппинговые маневры, поскольку это тоже становится очень популярным. Возьмем аккорд ми и поместим его в позицию доминант септаккорда. Это означает, что мизинец помещается сюда. Имеем ре вот здесь, си вот здесь, ми и открытая ми. Теперь, если вы будете просто опускать и поднимать мизинец, а первый палец поместите на ноту, на нону, поскольку это девятая ступень, прижали, срыв, прижали, срыв, прижали, это большая терция. Затем, если вы прижмете ноту здесь, это тоже большая терция, но это децима, поскольку расположена через октаву. Срыв — это октава. Если прижать здесь... Вы можете таким способом исполнять красивые аккорды. Большинство склонны играть триоли тэппингом. Я играю квартоли. Вы получаете как бы катящееся звучание. Это очень хорошо накладывается на основу из 16-х нот, если вы играете так.
Это то же самое качение. Можно выполнять также очень красивые бенды. Очень многие гитаристы это делают в наши дни. Не вижу, почему бы басистам этого не делать, как это, например, делает Билли Шин. Что тут играется? В тональности ми. Берем тонику, секунду. И подтягиваем к терции. Самый легкий способ поместить гриф в тыльной части руки. Используем четыре пальца для того, чтобы зацепить струну. Малая терция. Вы слышали, так играют клавишники. Несколько раз. Что это такое? Вы берете тонику, секунду, и тянете к малой терции. Тэпируете малую терцию, срыв, снова тэп, и снова срыв. Если вы играете риф, то это выглядит так. Этот маневр можно проделать в любой позиции, так называемые блюзовые гаммы, другими словами. То есть, если вы делаете тэпы в первой позиции, или вы можете взять малую терцию, или берете кварту и квинту, или играете сексту септиму. Вы можете тэпировать их все. Похоже на завывание волка. А сейчас я хотел бы объяснить вам, как вы можете с помощью цифровой задержки играть арпеджио поверх триольной основы. Это выглядит сложным, но это не так. Устанавливаете повторы задержки так, чтобы получить триольную основу. Удвоим это. Получается шаффл. Опять же, удвоим, это даст нам такую основу. А если теперь сыграть ноты? Тут я играл вот что. Все делают педали. Как тут все работает? Повтор дает ноту в полтора раза быстрее вашей скорости. Когда вы играете ноту, следующая нота будет накладываться. А когда вы будете играть в нужном темпе, вы получите вот такую ритмику. И вы видите, как работает педаль. Я показал вам арпеджио аккорда тоника, квинта, октава. Сейчас я покажу вам, что получится, если вы наложите этот эффект, скажем, на минорную гамму. Вот эта гамма. И вот что получится. Покажу вам это еще раз. Опять же, тут всю работу делает машина. Вот то, что играю я, а вот с машиной. Так что в тех ваших любимых быстрых пассажах, которые вы слышите на концертах, на самом деле сыграно меньше, чем вы могли бы подумать.
Хорошо, вернемся к шестиструнному басу. Я бы хотел объяснить кое-какие аккорды. Некоторые из вас, басистов, не имеют этой верхней струны, но все эти аккорды можно играть и только на средних струнах. А тем, у кого есть пяти- или шестиструнный бас, я покажу эти аккорды полностью. Я бы хотел показать вам последовательность, которую играл, открывая это видео. Аккорд ми минор 7. Вот он. Затем я перехожу к так называемому первому обращению аккорда, когда терцевый тон в басу, а не тоника. В этом случае терция — это си. Итак, терция, квинта. Затем спускаемся к аккорду ре мажор. Затем вниз к ля, первое обращение. Опять же, вы начинаете с терции, квинта. Мажорный аккорд поверх терции. Совершенно другая окраска. Затем я играю одиннадцатый аккорд. Первая ступень, седьмая, девятая, одиннадцатая. Это до одиннадцати. Любимый аккорд Джимми Хендрикса, мой тоже. Затем снова к первому обращению аккорда си, терция, квинта. И снова к исходному ми минор септ. И это будет звучать так. Эта последовательность для обычного четырехструнного баса будет выглядеть так. Будем использовать только средние струны. Это та же самая последовательность, я играл с добавленными сверху и снизу струнами. На четырехструнном инструменте, опять же, можно сыграть эту же фигуру. И теперь вы знаете, как это звучит. Я бы хотел отвлечься на минуту и поговорить немного о шестиструнном басе. Я играю на шестиструнном, поскольку хочу максимально приблизиться к солирующей гитаре. Сейчас очень популярным становится пятиструнный бас. Довольно многие играют на нем. Я играл на нем примерно 3 или почти 4 года. И примерно 8 месяцев назад я приобрел шестиструнный бас. Благодаря своему другу Энди Уэсту, который как-то пришел на джем-сейшн в понедельник вечером с таким инструментом. Там была добавлена эта шестая струна си, это было чудесно. И мне захотелось играть это у себя немедленно. И через пару дней в витрине магазина я увидел этот бас, и теперь он мой. Я бы настоятельно советовал тем из вас, кто хочет работать творчески, быть на острие, так сказать, немедленно приобрести пятиструнный бас. Не нужно сначала учиться на четырехструнном, а потом переходить на пятиструнный. Я бы сразу стал учиться на пятиструнном. А если у вас соответствующие амбиции, то лучше сразу играть на шестиструнном. Опять же, возможно, играть аккорды вот здесь вверху. А также у вас есть возможность играть эти нижние ноты, если у вас нет синтезатора в группе. Where
Таким образом, вы имеете диапазон в 5 октав от этой нижней си до верхней. У вас, как у басиста, есть возможность играть во всем диапазоне, от нижних нот синтезатора до почти верхних нот гитары. Чем больше диапазон инструмента, тем более выразительной будет ваша игра. Чем выразительнее будет ваша игра, тем лучше вас запомнят. Вас, возможно, заинтересует, тех из вас, кто ранее не видел шестиструнного баса, какие диаметры струн здесь. Нижняя струна 129 тысячных дюйма, ми 103, ля 90, ре 60, соль 40 и си 27 тысячных дюйма. Я люблю толстые струны в басу, они дают мясистое звучание. Очень объемный широкий звук. Конечно же, для того, чтобы выполнять бенды, о которых мы говорили ранее, вам нужны очень сильные руки. Если вы используете струны не толще 40 сотых, чтобы тянуть струны, вам нужно, чтобы они были достаточно тонкими. Опять же, от толстых к средним и тонким. Конечно, у каждого свои предпочтения, но это вам информация для начала. Я бы хотел привести вам несколько примеров исполнения аккордов на басу. Немногие басисты играют аккорды в балладах. Я приведу вам несколько примеров. Тут со мной мои хорошие друзья, мистер Джей Уильямс на гитаре и Кармайн Апис на барабанах.
А сейчас я хотел бы немного поговорить о своей игре на восьмиструнном басу, я упоминал о нем ранее. Это обычный четырехструнный бас, который имеет парные струны, настроенные в октаву. Ми, ля, ре, соль. И я играю при этом струна соль у меня постоянно звенит. Еще пару слов. Я играл на шести, на четырех, на восьмиструнном басу. Занятие — вот ключ ко всему. Вы не научитесь этому за один вечер, но научитесь, если будете заниматься. Не люблю этого громкого слова «прилежно». Здесь оно уместно. Включите метроном на ту скорость, на которой вам будет удобно играть на басу ежедневно. Не делайте быстрее или медленнее, иначе ваш ритм начнет плавать. Играйте в одном темпе неделю, и вы с каждой неделей будете чувствовать себя все лучше, но не с каждым днем. Если вы не выдерживаете этот ритм в этот день, уменьшите темп на одно деление и будьте последовательны. Регулярные занятия — вот в чем все дело. А сейчас я бы хотел показать кое-что тем басистам, которые хотят писать. Нет необходимости писать именно на фортепиано или на гитаре. На басу у вас тоже есть возможности играть аккорды и сочинять. Я люблю блюз, и сейчас я буду играть и петь блюзовую вещь, которую сочинил на басу. Telling me that we are through. I've been loving you such a long time, but I didn't know you had the blues. She bought a ticket on that midnight train, headed back to New Orleans. She left a note telling me goodbye. My whole world come apart at the seams. Yeah, Rosalie. Спасибо, что присоединились ко мне, посмотрев бэкстейдж видео. До встречи! We'll be right back.
Thank you.